На линию горячих новостей делового Славянска продолжают поступать сообщения от жителей Славянска, касающихся актуальных вопросов жизнедеятельности нашего города. На днях наш постоянный читатель прислал видеосообщение, где он затронул серьезную экологическую проблему состояния воды в реке Казенный Торец, на котором виден характерный след загрязнения. Очевидец рассказал о своей версии этого явления. Торец спустили, скорее всего, фекалии, канализацию, грубо говоря. И это только начало. Ветер западный тянет восточную часть старого русла. Вот вы отчетливо можете видеть оттенки зеленой канализации по другой стороне речки и идет со стороны моста. Ну, ошибиться невозможно. Ну, разве что цемент могли еще работники по восстановлению моста сбросить. Но начинается, ветер несет характерный запах канализации. Вот вы видите, это не фотомонтаж, не какая-то съемка. Вот ветер, вот. Оно идет. Вот вы характерные очертания. Очередная экологическая катастрофа. Вот вы видите. Оно потихоньку распространяется по ветру. Деловое Славянск обращает внимание на этот материал ответственные экологические службы города и региона.